В рамках мер, принимаемых в регионе по противодействию распространению коронавирусной инфекции, ординаторы Рязанского медицинского университета сейчас проводят осмотр детей, которые находятся в инфекционном отделении 11-й больницы. Детей, которые поступают с признаками респираторной инфекции, в отделении сейчас немало, нагрузка на врачей достаточно большая, поэтому помощь ординаторов РИАЗ ГМУ как нельзя кстати. Большое количество деток поступают с признаками респираторных инфекций в отделении. Активность медицинских работников достаточная для того, чтобы обеспечивать качество оказания медицинской помощи. И, естественно, наши молодые врачи-ординаторы также помогают в оказании медицинской помощи. Ординаторы помогают врачам осуществлять прием детей при поступлении, проводить лечение, оформлять медицинские документы, а еще они беседуют с родителями, рассказывая им о мерах профилактики инфекционных заболеваний. Меры профилактики – это прежде всего беречь себя, беречь своих детей. Не водить детей в магазины, в супермаркеты, не ездить лишний раз в транспортных наших всех средствах массового передвижения, не посещать театры, какие-то кинотеатры и так далее. Это, наверное, самое главное. И самое главное, если в семье заболевает, надо обязательно вызвать доктора участкового. В данный момент мы осуществляем помощь в практическом здравоохранении на базе городской клинической больницы номер 11. В наши обязанности входит помощь врачам, то есть мы осуществляем осмотр пациентов, заполнение истории болезни, подготавливаем больных к выписке и также осуществляем прием больных в приемном покое. Ординаторы считают, что все силы сейчас нужно бросить на предотвращение распространения инфекции. Они полностью готовы посвятить себя заботе о пациентах. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».